Люберчане чаще других пишут на портал «Добродел». Такой статистикой поделился на заседании регионального правительства министр государственного управления информационных технологий и связи Максуд Шадаев. Добавлю, в числе тех, кто активно пользуется порталом «Добродел», также жители Балашихи, Подольска, Красногорска и Химок. «Добродел» запустили 2 года назад для обратной связи с жителями муниципалитетов и решения там возникающих проблем. Всего за 2017 год на портал был подан почти 1 миллион сообщений. Большая их часть касалась нарушения правил дворовых и общественных территорий. Также одной из основных проблем стало неудовлетворительное состояние подъездов, а замкнуло круг популярных проблем тема свалок и навалов мусора. Отметим, что жители Люберецкого округа оказались одними из самых активных пользователей интернет-портала «Добродел». Мария Антонова, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Луиза, вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и комментируйте. И вы будете в курсе самых интересных событий.